среди рек синих-синих, где в березах земля. Вот этот снимок получилось так, что недалеко от этого питомника живет человек, который зашел разговор, вот сказал, что там 8-10 тысяч саженцы стоят. Вот, мне они не понравились. Я не то, чтобы давил на него, я сказал, выбирайте. Люди считают это с нуля. Я не верю, что с этого что-то получится. Мягкая упаковка, значит. Выросли такие здоровенные, и прямо в этой упаковке, да еще не закопанные, оказывается, так и, якобы так и зимует. Вот что-то в душе говорит, что-то тут не то. Вот чувствую, что-то тут не то, а доказать не могу, а зря обвинять людей тоже не могу. Я попросил его съездить туда, разобраться, все-таки его же шанс. Вот такой случай уже был. Помните, я рассказывал? Да, она, правда, замолчала, и, по-моему, навсегда замолчала. 6 гектар, прислала фотографии. А на многих фотографиях уже куплены. Типа того. Вот, я уже знаю, с этих толку не будет. Изуродовали штамбы побелкой. Ладно, побелкой, но какая покраска. Штамбы искусственные. Вот. Когда выдернут, я не верю, что там будет ком земли. Мягкой этой. Вот. Но они, и как сказать, я не могу их критиковать. Это их жизнь, это их, как его назвать, это их судьба. Вот. В нашем каталоге собрано лучшее из северных морозостойких сортов. Вот что интересно, северные взяли в кавычки. Демонстрирующий выносливость, плодовитость Москвы и Подмосковья. Обладает прекрасным здоровьем, внешним видом, неприхотливым, устойчивым. Все красиво, как всегда, выращено. Вот это меня убило в контейнерах на открытых площадках. А меня попросили прокомментировать. Извините, господа, мне сказали прокомментировать. На открытых площадках. Можете не сомневаться в их зимостойкости. Ну, я не хочу сейчас этого делать, неудобно. Я попросил его, говорю, ну, можете съездить, можете позвонить, задать несколько вопросов. Причем я его задавал, эти вопросы, он их записывал. А там что? Нажимая на абрикосы. Все самые известные фотографии, которые, вот как и видели, я чуть раньше показывал. Вот, то есть, 50, 100, 200 этих питомников. Все на одна и та же фотография. Вторую опять 150-200. Опять, ну там может 50 питомников. Третий, черт. Все фотографии в Сэмзеле. Так они еще не просто в Сэмзеле. Именно вот это, уважаемый мой коллега, не буду вашу фамилию говорить, именно вот эта вот фирма взяла и на всех фотографиях, а они раскручены до нельзя, они на всех этих самых взяли, это, свой логотип налепили. Я даже не сомневаюсь, что это. Пусть знают, что это наши. Они из Испании, Италии. А показать, где этот самый, а потом этот, второй тоже попросили питомник. Там персики самые роскошные. Какие нахрен персики в Подмосковье? Это, чтобы продавать персики тысячами, это же какой сад персиков надо? Где он? Как я это, жизнь прожил, мне через месяц-два будет 82. Почему я не знаю? Я там был в Москве, под Москвой. Почему я не знаю? Где этот персиковый сад? Как его засекретили? А пишут, что это наше. И вот это, я единственное, знаете, кого пну сейчас? Внимание. 15 лет назад мой сын Сергей, ну мы с ним, получили... Тогда еще компьютеры, знаете, как были, в диковину. Только начало было. В заказном письме пришло вот это вот. Нарисованный персик, написали абрикос колновидный. На персике написали абрикос колновидный. Это их уровень. Они не знают, что торгуют, чем. А этот все тот же бекер подлый. Помните, там ниже будет. Я вам еще покажу. Уже раз показывал, еще покажу. А мы тут при чем? Что нам прислали, то и мы вам прислали. Вот это ответ раскрученной фирмы, которая торгует десятками тысяч. А вот это знаете почему? Внимание, пригляделись к нему? Вот.
Прошло 15 лет. Ага, другую сторону надо было листать. Ладно, вы мне поверите, что успеем, не успеем, осталось 40 минут. Вот. Прошло 15 лет, а она опять на всех сайтах. Вот эта вот штука, да? Прошло 15 лет, а она опять на всех сайтах. Ну, ниже встретим. Ну, жалко бывает. А вот же он. Ой, так что же я в не ту сторону листал? Смотрите. Это свежайший. Это я вчера скопировал, готовился к вебинару. Выглядите внимательно. Вот этот горшок, который никогда с помощью вот этой вот палочки никогда не выдержит эту тяжесть. Ну, посмотрели? Посмотрели? Вот. 15 лет дурят. 15 лет.